компания Ford объявила о начале продаж горячей версии хэтчбека Ford Focus с буквенным индексом AF. Дебют машины состоялся еще в прошлом году на Женевском автосалоне, и почти год инженерам Форда понадобилось, чтобы запустить AS в серийное производство. Но зато, как говорят фордовцы, поклонники спортивных машин будут в восторге от нового AS. На машине установлен бензиновый мотор EcoBoost объемом 2,3 литра, мощностью 345 лошадиных сил, работающий в паре с 6-скоростной механикой. Привод на машине полный, с электронной переброской крутящего момента по осям. Бортовой компьютер Focus AS дает водителю на выбор 4 режима движения – Normal, Sport, тяговый, когда необходимо буксировать прицеп, и дрифт. Причем режим дрифта, благодаря электронике, столь легок в управлении, что даже малоопытные девушки способны управлять автомобилем в силовом скольжении. Базовая версия Ford Focus AS будет стоить 36 000 евро.